Сканирую удостоверение, Бриджес. Удостоверение Fragile Express проверено. Все оружие блокировано до вашего выхода. Ну что ж, погнали. Попробуем. Вообще ничего с собой нет. Это плохая затея. ПХК, зеркальные ботинки. Ну, ПХК можно взять. Я, по крайней мере, смогу себе эти навесы делать. Старьевщик говорит, что хиральные часы очень хрупкие. А такой груз лучше носить на руках. А, прям в руке. Да ты шутишь. А вот еще кое-что от старьевщика. Сэм, этот активный контур увеличивает скорость. Он усиливает движение мышц, позволяя перемещаться быстрее. Если очень спешишь, то можешь даже усилить его, но усиление быстро сажает аккумулятор. Подумать только, он сделал это из мусора. Такой талант не должен пропадать. Ха-ха. Такое ощущение, что он плечи закрывает. А нет. А я ж правильно понимаю, что мне теперь постоянно надо левую кнопку мыши держать? Капец. Это ужасно. Кодзима, ты издеваешься. Аккуратно, Сэм. Груз не ронять. О, нет, еще и дождик. Лишь бы твари не было. Нет. Нет покрытия, понятно. Может попробовать тогда в убежище вот сюда дойти и потом отсюда пройти? А, нет, стоп. То есть я могу теоретически попробовать подождать, когда дождик закончится. А он не закончится, он станет только еще сильнее. Это, блин, ужасно. Тут он не кончается, ну тоже логично. Thank you.
Да вы что, издеваетесь? Да, опять спереди. Ладно. А чего тварей так далеко видно? Ну, я не уверен, как это работает. Может быть, за счет какой-то прокачки, я не знаю. Ох, ё-моё. Ну, если что, бросаем груз и убегаем. Надеюсь, я тут не навернусь. Где у меня сейчас здесь дождь должен закончиться уже. Только там ветер еще будет сдувать. Главное не навернуться. Все. Ладно, можно немножко расслабиться хотя бы. Ну что ж. О, у меня даже вообще дождик закончился. Красота. Вон, кстати, укрытие это. Ну, здесь хотя бы тварей было не так много, как в городе. Отлично. Ну, что ж.
А, кстати, тоже забавный момент, что по хиральным кристаллам видно, что здесь дождик идет периодически. Всего три. Неудобно. Она очень неудобно расположена, конечно. Вот эти вот узлы самые сложные будут прокачки, я чувствую. Мало того, что они к сети не подключаются нормально. Я не могу крафтить, то есть восполнять запасы чего-либо. Тут еще и дожди эти постоянные, и сами они расположены. Очень неудобно. Они еще, по-моему, и лайков требуют очень много. У меня уже палец устал держать кнопку. Я все свои хиральные кристаллы на дорогу потратил. У меня около 2к осталось, а у тебя больше 10к и дороги есть. У меня было почти 16 тысяч, когда я дороги начал строить. Удостоверение Fragile Express проверено. Все оружие блокировано до вашего выхода. Груз проверен. Спасибо. Хотя нет, вру, у меня их было больше. Ой, в смысле меньше. 14 или 13,5, что-то такое. Ух, я дошел. Доставляю груз. Ты из Fragile Express? Нет. Ты курьер Bridges, да? Да. Я не ждала никакого груза. Там ничего опасного, да? О, господи, я и не надеялась снова увидеть. Дай-ка взгляну поближе. Это та самая девочка? Ничего себе. Невероятно. Нет ни единой царапины. Не знаю, как тебя благодарить. Я ж профессионал. Ну, лайков-то могла бы и побольше дать за такое. Несерьезно. 138 лайков. За то, что я через темпоральный дождь прошел по горам. Да. Ну, ладно, хотя бы. Ух ты. Все уже 2,5 звезды? Ну, ладно. Лайков мало, но прокачалось хорошо. Значит, я теперь в уникальной хиральной сети? Чудесно! Я рада стать частью UCA. О, фига, даже так. Она в UCA сразу подключается. Круто, круто, круто. Я сейчас хотя бы смогу нематогенки сделать себе. И прочие ресурсы пополнить. Как она вообще... Ну ладно. Студия хиральной художницы вступает
Студия хиральной художницы вступает в UCA. Звучит страшно. Штаб-квартира Бриджес предоставила данные о следующем предмете. Пистолет против тварей, уровень 1. Что? А, все хорошо. Этот район подключен к хиральной сети. Теперь вы можете видеть... А, ну, понятно. Ты зайдешь еще раз, да? Обязательно. Подождите, это мать хиральной художницы была? А-а-а, вон оно что. Отнеси меня. В смысле? Пожалуйста. Я должна его увидеть. Как я тебя понесу? Шутите? Я их сделала для него. Когда напали террористы, мы с моей мамой едва успели убежать. Я пыталась потом его найти. Правда. Просто я не знала, где искать. Но перестала я не поэтому. Он не нравился маме. Она ясно дала это понять. Но я не думала, что она опустится до лжи. Она сказала, что он умер. Я поверила. А потом то сообщение. Это он. Это правда он. Я не должна была сдаваться. В глубине души я знала, что он еще жив. Но не могла же я бросить маму одну. Я решила, что надо смириться. Но я не могла. Даже если бы очень захотела, я увязла в прошлом. И не знала, как жить. Отнеси меня к нему. Умоляю. Я готова. Можно идти хоть сейчас. Только согласись. А ты сколько весишь-то? Отнеси меня, говорит. Килограмм 50, наверное, будет, да? Может быть, даже чуть поменьше. Отдохнуть тут можно? Отдохнуть нельзя. Я понимаю, что неприлично спрашивать, но мне же ее нести. Доставка хиральной художницы, старьевщик, 45 кг всего. Я примерно правильно оценил. Доставка растворимого материала, законсервированный газом. Мне сложно это представить, но ладно. Я не донесу и то, и то, к сожалению. Наверное, будет правильнее ее отдельно тащить. А если я ее грохну случайно по пути? Ужасно. Это стреляет? Для стрельбы гематическими патронами. Они наполнены твоей кровью. Если наткнешься на тварей, он должен помочь. При использовании патроны наполняются кровью из твоего тела или имеющихся пакетов. Количество крови зависит от того, как долго ты держишь спусковой крючок. Чем дольше держишь, тем больше крови потратишь и тем сильнее ранишь тварь. Только постарайся не обескровить себя, ладно? Угу. Боезапас тут тоже есть.
Давайте возьмем парочку. Я могу ее в транспортер этот посадить, в транспортер. Интересно, это будет вообще так работать? Я думаю, я Болос Ган тоже возьму на всякий случай. Контур, наверное, мне не нужен. У меня перчатки, по-моему, сломались, да? Или они близки к поломке, не помню. Так, давай все. Нет, вот этот транспортер пока выгрузить. Так, это все в подсумок. И на спину остатки. Так. Да, перчатки почти умерли. Надеть. Пакет с кровью у меня... Стоп. А, у меня аж 8 пакетов будет с собой. Это я, конечно, что-то перестарался, мне кажется. Лиза, привет. Ты набрал, ты решил всех тварей убить на планете, вон как-то прошел же без гранат. Алло, если у меня есть возможность их убивать, я буду их убивать. И проложу себе безопасный путь. Так, карточки доставить можно. Интересно, это чья? Собирался плюнуть на все это. Я твой должник. Информация с карты памяти восстановлена. Дневник неизвестного, часть 2. Дневник 5, 6, 7, 8. Ух, ё. Спасибо за ваш вклад. Давайте, наверное, по приходу обратно тогда почитаем. Ой, она же сейчас... Если я ее буду нести как тело... Я же не смогу ее... Ну, точнее, у меня сейчас выгрузится большая часть, да? Как ты знаешь, офигеть. В этот раз ты будешь вести живого человека. Не стоит и упоминать, что падения или удары могут серьезно навредить твоему клиенту. Так что прояви максимум аккуратности. Офигеть. Я могу ее выгрузить. Чумовая игра просто какая-то. Хорошо, хорошо. А где мой... Транспортер уровень 2. Болос Ган у меня с собой, гематические гранаты. Я лучше тогда гранатку одну выложу. Допустим, пистолет возьму. Вот так. Хотя...
Нет, я лучше, наверное, прикреплю... А что я заменяю-то хоть? Вот, ремонт ПХК можно заменить. Вот так. Там лицо открыто, да. Да мы сейчас рассмотрим, не переживайте. Запаковываем так. Часы будут у меня, чтобы не разбились. А почему ее как в мешок, вот эту, в труповозку? Нельзя было какой-то костюм нормальный? С рукавами там это, просто с дождевиком. Мне не хватило груза на транспортер, что ли, я не понимаю. Ой, не хватило. Ну, короче, чего-то не хватило. Я ей там что-то подложил под спину. Ну вон, смотрите. Там лицо даже видно, что она сидит, в общем-то, дышит нормально. Все как надо. Что там по прогнозу погоды? По прогнозу погоды все плохо. Но такое ощущение, что через горы все равно будет пройти ближе. Как я шел, то есть примерно так и идти. А если я промотаю немножко? Ну, не сильно ситуация меняется. Спасибо! Большое! Оружие разрешено. О, Элой, привет. Там через 20 минут дождь закончится. Как ты это определил? В смысле закончится? Я же вот, я промотал. А, он тут интересно так. Но он потом опять начинает идти. И как бы... Подгадать эти 10 минут, я не уверен, что это вообще реально. Я же не могу выбрать, сколько времени отдохнуть. Или он там какое-то ровное количество минут отдыхает, типа. Это здесь недалеко, кажется. Ищи места, где смола выходит на поверхность. Ты поймешь, как увидишь. В смысле смола тебя выходит? Тебя может затянуть с головой. Яма бездонная. Ну, так сказали те, кто сбрасывает такие ямы, загрязненные хиралием отходы. А. И трупы. Если нет времени на кремацию, выручит смола. А.
Я не совсем понимаю, о чем оно. Какие смоляные ямы? Я груз не туда скинул, что ли? Саша, слева от тебя озеро, она про него, это смола, она просто увидела его вживую. А, это смола? Это не смола? Ну ладно, пусть будет так. Но она говорит про смоляные дыры. Озеро никак нельзя назвать дырой. Ну, это странно. О, там к коллекционеру большой груз. Было бы, конечно, неплохо забрать. А, надо было там идти. Она тоже кричит. Прикольно. О, музычку врубили. Нет, возле тварей я не кричал, кстати говоря. Но мне что-то страшно с ними кричать рядом. Мне кажется, это плохая затея. YouTube не услышит то, что здесь говорится, потому что, скорее всего, придется просто вырезать музыку эту со всеми потрохами. Ой, фига меня занесло. А я думал, здесь ниже будет.
Я не буду скипать дождик. Какая же ты тяжелая. Вообще, пока что я успешно их обхожу. А, нет. Нафига там товар для метеостанции лежит. Жалко, мне уже не надо. Утерянный груз PlayStation. Контейнер поврежден. Что? Какой PlayStation? А, я PlayStation нашел для коллекционера. А, прикол. Ну-ка, проверим. Средства против тварей потребляют кровь. Мы это мы знаем. Что, и все, и он умер? Так легко. Правда, крови много, конечно, расходуется. Полным зарядом стрелять. Проверил. Надо было на толстяках, наверное, тестить. Но я думаю, мне без художницы в этом задании просто не дадут дойти. То есть, если меня схапают, то у меня просто задание провалено, иди заново. Коллекционера. Ой, для хиральной художницы еще он лежит. Классная штука, ваш пистолетик.
А, ой, я забыл микрофон включить, извините. Я тут с вами общаюсь. Сканирую. Сканирую удостоверение, Бриджес. Удостоверение Fragile Express проверено. Обнаружено оружие. Оно будет изъято вплоть до вашего ухода. Все чисто. Добро пожаловать, Сэм Портер, Бриджес. Ну вот в таких ситуациях транспортер очень удобен. Тут дух-пердух живет. Из Рэйчел Фостер. Не, ну я у зонтика выключил, да, а потом забыл включить. Частично. А в итоге я мог бы загрузить все те 130 кг на транспортер и довести за один раз. Ну да ладно. Здесь мне сейчас не скажут, что нужно это довести обязательно сюда. Хотя, наверное, скажут. Чего она не распаковалась-то сразу? Ты не ранена? Спасибо, Бриджес. Неужто ты и правда жива? Я хотела сказать то же самое. Я думал, ты погибла. Мама сказала, что ты умер. Я держал их при себе. Всегда. Но после нападения они сломались. Я думал их починить, чтобы песок снова сыпался. Но это было бы словно уйти и забыть тебя. Что ж, теперь мы оба пойдем дальше. Вместе. Ты и я. Если хочешь. Конечно. Тот, кого я знала, не торговал старьем. Он чинил вещи, и они становились как новые. Он собирал осколки, прилаживал их друг к другу. В этом я тоже мастер. Но этот осколок больше не нужен. Важно только время, которое я провела с тобой. Эти моменты мы будем считать сами. Вместе. Ты готов жениться на мне, глупый? Готов. Да. Да. Еще кое-что. Что? Помирись с мамой. Ладно. Объясни ей. Мы этого хотим. Помоги ей понять это и принять. Она без нас никак. А я без нее. Хорошо. Отношения тоже можно починить. У
Мне очень не хотелось их прервать и сказать, какого хрена я вообще тащил эти часы. Сэм, отнеси эти часы, не разбей их. Хорошо. Прошу, извини за грубость. Я с вами повел себя как скот. Теперь попытаюсь начать все с чистого листа. За вами-то мне, понятное дело, никогда не угнаться. Но я готов вкалывать. Если нужно что починить, обращайся. Можете на меня рассчитывать. Надо будет немного привыкнуть, но уже пора. Мы примкнем к сети UCA. Я вас не подведу. Обещаю. Да уж, вы обязаны после того, что я наделал. Точнее, сделал. Мы тебя не забудем. Спасибо. Бюджета на озвучку Сэма явно не хватило, да? Что-то по-другому. Они должны за часы и за моральный урон, который я получил, когда они их разбили. О, наконец-то, Юсей. Слава тебе, Господи. Старьевщик вступает в Юсей. Старьевщик предоставляет данные о следующем предмете. Скоростной контур уровень 1. Скоростной контур. А, серебристый, золотистый. Бомба-глушилка. А? Интервью с выживальщиком, старьевщик. А сексуальный мир. Наконец-то. Сэм, теперь весь этот регион подключен к хиральной сети. Иди в соседний. Чтобы подсоединить южный узел, доставь туда груз из Озерного. А? Я что-то не пойму. Почему вы не подключите их к сети? Пусть печатают, что хотят. Потому что напечатать все невозможно. Ты же знаешь, да? Вещи, лекарства, органические соединения, твоя кровь, что так эффективно в борьбе с тварями. Переслать все это по сети нельзя, можно только доставить. Нападение стало для жителей Южного Узла тяжелым ударом. Им нужны припасы из Озерного Узла, иначе не выжить. Вернись и прими заказ. К слову, иногда же ты возвращаешься домой налегке, верно? Пустые рейсы. Чтобы не терять время, следи за тем, чтобы у тебя всегда был заказ. Скажем, вот сейчас пришел один от старьевщика. Совместный от него и от хиральной художницы. Для всех будет лучше, если этим займешься ты. Загляни в терминал доставки. Внимание, Сэм. К северу от южного узла обнаружен аномальный уровень хиралия. Там прошел мощный темпоральный дождь. Кажется, это какая-то буря, но такой я никогда еще не видела. Хотя, если честно, и увидеть ее я не могу. Буря совсем рядом с лабораторией, но из-за ребенка я не могу ее изучать. Кажется, она пока еще не нанесла урона, но ты не мог бы ею заняться. Только не подходи близко, ладно? Уже немножко страшно. Так, хорошо, давайте посмотрим. Во-первых... Что там за заказ? Всего-то 45 кг. К распределителю?
Ну, к распределителю дотащить это все несложно уже. А в чем там сложность? Хоть какая-то сложность есть? Да вроде нет. Прототип подсумка для рюкзака. Прототип мотора. Хм. Пока не надо. Так, а что в стандартных заказах? О, к мастеру. Металлы и спецсплавы. Не потащу. Стекло и найденное в мусоре. О, к художнице. В распределитель старой военной кинохроника. И на метеостанцию. Не, ну это все когда-нибудь надо будет притащить ради ССС ранга. Но в целом не сильно важно. Ну, допустим, металлы и спецсплавы можно роботам послать. Всего 22% повреждений. Ну да, неси. Мне все равно пока не до этого. Разворачиваю автономного бота-курьера. Подефилировал такой. Что за бомба-глушилка? Пользуйся этими крошками, чтобы оглушать врагов для передышки в бою. Помни, угу. Снаряды срабатывают при попадании. Они обездвиживают все живое в пределах радиуса поражения ударной волны. Ну такая себе фигня. Против тварей они тебе не помогут. Такое себе. Не вижу в этом особо большого смысла. Но разве что транспорт вырубать. А так, не знаю. Привет, привет. Так. У меня что-нибудь есть? Инженер? Ну вот инженера можно отдать. Студию я сам донесу. А вот это коллекционеру. Это я тоже сам донесу. Вот так. И сейчас мне скажут, что контейнер разрушен. И зачем я это делаю, непонятно. Пакеты с кровью, наверное, можно сложить. Мне столько не надо. Пистолет. Кстати, а где мой пистолет, который израсходован? Или он перезаряжается? Нет, все, боезапас 0. Стоп, 8-0. А, ну все правильно, да. Вообще я не совсем понимаю эту механику, почему я их должен перерабатывать. Попробуем до озерного узла тогда добраться. Ох, мой бедный мотик. А он вообще как? Живой? Где?
А, во. Ой, как сложно. Так у меня тут транспортник должен быть, а почему он не отображается? Ладно, неважно. Спасибо за ваш вклад. А, он у меня прицеплен. Там и груз еще есть. В смысле, там груз есть? Все как в реале. У меня с собой есть немножко ПХК. Стандартные заказы. Я могу взять вот этот заказ еще. Старая военная кинохроника. Распределитель. Угу. Особая доставка. Получение. Мне не нужен ПХК, у меня есть две штуки. Так неудобно, что после получения заказа всегда выходит. Не-не-не, не то. Применять оружие запрещено. Поехали. В идеале мне через коллекционера проехать. То есть сейчас также в сторону почтового ящика. Вот здесь вот мостик. Оружие разрешено. Счастливого пути. Мастер. Ой, студия херальных художников, старейшина. Не пойду я туда. Да ладно, не могу. Это же халявные лайки. Мне нужен старьевщик и коллекционер. Озерный узел вкачан на 5 звезд. У меня за него уже звездочка есть. О нет, там мулы, живые мулы. Очухались, пока меня не было, да-да. Пока меня не было.
Стоп, хиральный мост, это что-то новое. Кстати, реально сканирует. Я вас пингами закидаю. Пойдут ко мне сюда? У меня болосганов нет. Ладно, нафиг тогда. А, нет, у меня есть болосган. У меня грузы ценные. Все, ладно. Не буду рисковать. Я, может, коллекционеру еще задание по какому-нибудь доеду. У меня из непрокачанных узлов на данный момент, получается, остаются вот эти новички, которые подключили за последние два стрима. То есть старьевщик, режиссер, коллекционер и хиральная художница. Вот эти. Мне нужно прокачивать их. Одна. Что это за фигня? Это хиральный. Он такой длинный может быть. По нему вроде ходить только можно. Не знаю, я не знаю. Вот, только что. Добрались. Но это не озерный узел, то есть мне. Фактически мне сегодня еще нужно. Ой, не сегодня, а мне нужно еще добраться. Ну, медикаменты вернули. Зачем? Мне еще надо добраться до озерного узла будет потом. Сложно. И тут у меня есть заказы. Косплеерша? Ух ты! А что она косплеит? Я надеюсь, всякие эрокосплеи. Так, прототип. Ага, все есть в наличии. Ага, хорошо. Не, ну там мостик хиральный был какой-то очень ввысь. Нет. Надеюсь, груз не пострадал. Неплохо, неплохо. Не зря это дело поручили тебе. Да там просто так мостик этот воткнули, я так понимаю. Модификация рюкзака.
что ты принес, двигатели и сумку, это не то, что обычные товары. Новый дизайн, ты же слышал? И все это сделал старьевщик? Я слышал, что он профи, но все равно, это отменная работа. Я сообщу в штаб-квартиру и ускорю процесс оценки. Мне-то это что-то дает? Эй, я только что получила результаты тестирования тех прототипов, которые ты доставил. Похоже, оба интересны. Двигатель сразу всех поразил. Они едва поверили, что он создан из мусора. Его можно быстро установить на модифицированный грузовик. Они сразу связались со старьевщиком, и теперь он есть в списке доступных для изготовления припасов. А сумки они тоже хорошо отзываются. Контракт уже подписан, а сумку ты найдешь у себя в комнате. Если захочешь изменить рюкзак, придется зайти в твою комнату. Надеюсь, ты оценишь, что эти двое для тебя сделали, и испытаешь новое снаряжение. Ну-ка, ну-ка. Отлично. Доступен новый заказ. Чтобы узнать больше, загляните в терминал доставки. Вот, кстати, в видео я смотрю, и ты возмущаешься про глупые мосты. А ты пробовал их удалять? Я знаю, что их можно удалять, и они удаляются только в своем мире. Ну, в моем мире. Оу. Пушки-липучки? Что? Доставка швейного набора для косплеерши. Угу. Но к ней можно через мостик доехать. Капец, мы задолбаемся. Ну, допустим, стандартные... Вот эти стандартные заказы я, наверное, за кадром попробую повозить, если у меня будет такая возможность. Вот, допустим, вот эти для старейшин... А, для старейшины я не хочу возить. Вот для старьевщика, например. А вот заказ для Сэма за кадром точно возить нельзя. Ладно, давайте... Зайдем в изготовить снаряжение. А-а-а, грузовик! Прям что, реальный грузовик? Вау! Личное снаряжение. Обратный трицикл. Вот это все можно попробовать загрузить в грузовик. Хотя в этом мало смысла. Но надо глянуть, попробовать. Так. Грузовик. Гараж. О-о-о-о. В смысле забрать? А его сдали, что ли? Без моего ведома? А, я его не там поставил. Вау! Он еще и крытый. А, нет, походу. Да, он крытый. Фига у него энергии. Как быстро, интересно, он дождя портится. Я сейчас уже не буду, наверное, дневники читать. Я вообще, в принципе, мог бы это сделать уже все потом. Но столько всего нового. Надо еще сумку глянуть. Прям инкассатор. Кстати, да, есть такое. Похож. Не, ну классно. Я так понимаю, что если я телепортнусь, он у меня тоже пропадет, все вот это вот. Да блин, дневник такой интересный. Ну... Давайте отдохнем.
Сэм, ну ты заслужил, конечно, отдохнуть. Мы сегодня столько всего сделали, столько всего пережили. Жену мужику притащили. Ну, точнее, невесту. Доброе утро, Сэм. Сбор крови завершен. Спасибо за щедрость. Сэм, ваше личное хранилище помещен пакет с вашим. Рюкзак можно модифицировать в личном помещении. Почему бы не взглянуть? Давай, да. Где? Изменить рюкзак. Изготовить модули? Что? Ну, в этом я не вижу особо прикола. Вертушка? Что? А, красиво, красиво. Ладно, пусть будет. Подсумок для гранат, запасной аккумулятор, нашивка для рюкзака размером 1х1, позволяющая носителю выразить свою индивидуальность. Вы получили ее от хиральной художницы в знак благодарности. Ух ты. А я могу крутить ее. Забавно. Нашивка рюкзака размером, ага, просто буквы. А, нет, подожди. А что за АБ минус, АБ плюс? Это не группа крови, случайно? Хм. Нашивка отрядок. Драдок мама. Кодзима Продакшнс. Биби капсула. Осторожно, дети. Это надо прилепить обязательно. Это группа крови, да? Я просто... У нас-то обычно первая, вторая, третья, четвертая. А у них получается А, Б, О. А, Б я даже не знал, честно говоря. Служит доказательством того, что вы большой фанат Death Stranding. Кодзима Продакшнс я разместил. Ну и можно еще маму куда-нибудь поставить вот сюда. Так, а теперь подсумок для гранат. Его использование позволяет высвободить место в рюкзаке для грузов. Вдобавок он защищает гранаты от ударов и темпорального дождя. Вы можете использовать несколько таких подсумков одновременно. Будьте внимательны, если вы выложите подсумок из рюкзака, его содержимое будет помещено в ваше личное хранилище. Стоп, а как это работает? Добавив запасной аккумулятор в экипировку, вы увеличите... Запасы электроэнергии доступны для активных контуров и другого снаряжения. Одновременно можно использовать несколько запасных аккумуляторов. Я, если честно, вообще не понимаю, зачем это надо. Потому что у меня не было необходимости в дополнительных аккумуляторах. А, ё-моё, подсумки вот так лепятся. Ха. Угу. То есть это под одну гранату один подсумок получается. Я вообще думал, это как-то будет отдельно. Один подсумок хранит один ящик гранат? Да ладно. Нафига мне тогда столько подсумков?
Раз, два, три, четыре, пять. Хорошо. 5. То есть у нас 25 под сум. Ой, 25 гранат. Мне этого обычно хватает. Ого! Ну, здесь логичнее было бы, конечно, вообще убрать нашивки, налепить аккумулятор, налепить подсумки. Ну-ка, давайте-ка выйдем. Нашивку убрали снизу. Нет. Граната вроде мало весит. Это было, по-моему, да. Да, блин, по-моему, было. Это наш секрет. Я раздобыл кое-что особенное. Батар Мантраше Гран Крю. Как вырастешь, дам тебе попробовать. Да, было, по-моему, было. Тост за Лизу. И за тебя. Сойдет. Сойдет. Полтора или 2,5 кг, разве? Подсумки для гранат. Нет, это мне не надо. Сейчас, ну-ка проверим. Как его зовут, мы вроде не знаем. Или ты про актера? Микельсон, по-моему. А вот имени я что-то не помню. О, в подсумок для гранат. Крутота. Нет, ну это очень классно, конечно. Фактически я могу сюда еще вполне, я могу и дымовые гранаты теперь сюда положить. И это прям красота, конечно, получается. И то, что мы грузовик можем делать теперь, это очень круто. То есть гематических мне нужно обычно, ну вот, еще парочки мне хватит. Можно кинуть дымовую гранату заодно. И бомбу-глушилку даже до кучи. Хватит мне места? Вообще идеально, слушайте. И дымовая граната, и бомба-липучка.
То есть у меня 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ячеек. 8 занято получается. Мне этого за глаза хватит. Они, конечно, ну они хорошо весят, да, по 2,5, по 1,7. Но у меня с контуром, с этим 165 вес, как бы с подвижным, нормально. По-моему, все отлично получается. А что опять-то? Что я там в личном помещении еще не нашел? Понял, что там светится. Проигрыватель. Все, понятно. Так. Все, ребят, на сегодня заканчиваем. Сейчас я выйду. Если ролика никакого интересного не будет, мы сохраняемся. Ага. Все хорошо.